Музыку нельзя заспойлерить. Какой дневник выберешь? С Россией или с машинками? Ну, в принципе, такое могло быть в музее современного искусства. Ну, или в каком-нибудь прикольном паблике ВКонтакте. Ну, мы, по сути, оттуда и взяли. Парень Шрёдингера – это когда у девушки нет парня, но если ты ведешь себя как мудак, то он не есть. Уважаемые 20-летние, я хочу напомнить, у вас есть 25 лет, чтобы придумать новую роспись вместо этой неуверенной закорючки в паспорте. Не думал я, конечно, что вот этим будет заниматься. Постоянно просит какие-то инструменты, подсвечники, зажигалки. Это я называю неудобное время. Молодые же. Нет ничего своего. А пушап и грудной сбор – это одно и то же? А следующую шутку я подсмотрел в одном видео. Раньше по телевизору шло ток-шоу. У собак был хоть какой-то шанс пробиться. Так, ребят, я принес все синтезаторы, и у меня до сих пор нет ни одной шутки. Хотите синтезаторную шутку? Нет, Кирилл. Если уменьшить по питчу один из осцилляторов, а также уменьшить частоту LFO-фильтра, то получится звук синтепопозавра. Обожаю. Самый короткий и грустный рассказ. Папа покинул беседу «Семья». Как тебе такое, Хемингуэй? Выборы – это единичный случай посещения спортзала для некоторых. Значит, смотри, Саш, мы все придумали, устроим ты к дяде Игорю, хоть профессия нормальная будет. И вообще, тебе надо с собой заняться, ты вроде молодой, а выглядишь как я. И вообще, вот что тебе дает это видео? Что дает? Вот так могу сделать. Аня, прививка, короче, сделаем небольшой. Давайте подумаем, что вообще пока не получается. Там отца надо сделать чуть помягче, мне кажется, по-другому чуть. Мы же ранее вначале всего обсуждали, что он должен быть таким примерно. Ну, получается, немножко не как в жизни, а тут, мне кажется, как в жизни должен быть все-таки. Надо плотнее. В тот вечер, окутанные усталостью, молодые созидатели горячо спорили о том, как можно улучшить ролик. Ведь не хочется задеть чувства преданных зрителей диковинным форматом видео, но и новую аудиторию тоже нужно привлечь. Одним из инструментов удержания внимания зрителя был выбран диктор с хорошим голосом, которого будет приятно слушать вне зависимости от того, что он говорит. Бибити, бабити, бум. 2008. У тебя такая девушка, цени ее, не потеряй. 2018. У тебя оригинальная зарядка от айфона, цени ее, не потеряй. Топ фраз, после которых ничего не происходит. Первое место. Слушай, можешь у знакомых поспрашивать? Да, конечно. У ребят оставалось время в студии, и они решили записать несколько слов, чтобы просто послушать, как они звучат таким голосом. Бульбазавр. Сергей Пименов. Какие лоснящиеся усы. Нет ничего краше солнечной Чувашии. Подписывайся на «Громкие рыбы». Если понравилось, ставь лайк. Напишите в комментариях, какие слова вы хотели бы услышать из уст профессионального диктора.